Почему это? Это Лев Николаевич, что ли, не пойму? Сам ролик представляет собой такой некий тележурнал о тех заслугах, которые имеет наша талантливая молодежь. То есть, ну вот такой рассказ всеобъемлющий о людях, которые, собственно говоря, и являются нашей гордостью. Мне кажется, когда люди видят то, что любой человек может чем-то заинтересоваться и довести это до такого уровня, то, что они их за это награждают, как бы и признанием, и денежное, и все такое, что людей это очень сильно как бы подвигает на то, чтобы самим совершенствовать те вещи, которые они умеют делать, которыми они интересуются. Oh.